да? Ты проверял. Все. Все из вас знают, веревка имеет два конца и одну середину. Согласитесь, было бы странно, если бы у веревки было, например, три конца и одна середина, да? Я уже не говорю о том, что было бы, если бы у нее было четыре конца и одна середина. Это совсем странно. Но тогда можно было бы взять два лишних конца, перетащить их на середину, и мы бы получили две веревки. Пока все понятно, да? Хорошо, ладно, давайте помедленнее тогда и сначала. Вот что будет, если взять концы веревки и убрать их, например, в карман, то пока концы веревки будут в кармане, вот здесь, я ведь никогда не смогу завязать его, правильно? Потому что концы в кармане. Если я никогда не смогу его здесь завязать, у меня не получится его здесь развязать. А если представить, будто у веревки вообще нет концов, да? Получается какая-то бесконечная веревка, ну ты-то знаешь, да? Это уже бред какой-то. Ведь концы — это вроде как неотъемлемая часть, правильно? Получается, если их просто повесить на эту веревочку, то тогда, по идее, все встанет на свои места. Спасибо.